идет движение, два момента важно, чтобы никак, ни в какой момент времени у вас конец никогда не смотрел на себя тело. Всегда наружу, на противника. То есть отводим назад, тянем вперед и перехватываем прямой. То есть прямой, обратно, прямой. Прямой, обратно, прямой. Прямой, обратно, прямой. Прямой, обратно, прямой. Левый правый. Сейчас мы перехват комбинировали с подрезком. Может быть, с уколом, да? Ич, ни, да, сан, подрезок. Ич, ни, сан. Вторая рука. Ич, ни, сан. Ич, ни, нанесли удар, сан. Первый. Ич, ни, сан. Ич, ни, сан. Понятно. Вот. Два способа. То есть не два способа, а один способ первого способа. Следующий способ. Большинство из вас знает, я их еще раз напомню. Значит, мы можем менять хват через пальцы. То есть мы формируем что? Ну, называем фигой, да? Вот длинная фига, второй палец сверху наложили. Второй палец. Ич, идем, видите, наложили второй палец. Перевернули. Держим между двумя пальцами. Теперь большой палец накладывается сверху и помогает делать это движение. В обратном движении снова накладываем второй палец сверху, уже получается короткая фига на торец рукоятки. И вот здесь, видите, высоко, да? И вот первым пальцем подтягиваем и утаскиваем. Наиболее сложный способ с точки зрения того, чтобы держать и перетерять предмет. Значит, еще раз смотрите. Второй палец сверху, как это самое, острие от себя. Большой палец сверху подложили, поменяли, подрезали. Теперь снова второй палец сверху уже на рукоятке. Зафиксировали большой палец снизу и подрезали. И вот кончиком делаем. Ич, острие наружу, ни, ич, подрезали. Ич, второй палец. Да, и острие от себя и подрезать. Ич, да. Движение для того, чтобы гибче и более пластично поменять хват. Левая рука, второй палец воткнули, второй палец сверху на торец и подрезали. Снова второй палец сверху поменяли, воткнули и снова на торец. И интересно, берите медленно ич, вторые пальцы положили в сторону, подрезали. Теперь открываем, на торец заложили и здесь подрезали. Еще раз. Ич, ни, сан, торец и си. Вот мы долго на этом сидеть не будем. Только отдельно работать, индивидуально работать это. Теперь, значит, мы делали второй и обратно возвращающий второй. Теперь мы делаем третий палец. Мы тянем то же самое, при этом третий палец закинули сверху, перевернули нож, вот у нас получилось, между двумя пальцами. И теперь большой палец освободили, и вот он нам помогает делать такую подрезку. Еще раз, третий палец, оп, перевернули, воткнули. И теперь снова третий палец вот снизу подложили, и здесь вот у нас идет отсечение. Третий палец сверху. Оп, вот, ну да, теперь, поскольку уже обратный хват, переходим на прямой хват, снизу затянули и отсекли. То же самое здесь. Ич, третий палец, воткнули. Третий, отсекли. Еще раз, третий снизу, воткнули. Третий снизу и отсекли. Вопросы есть? Понятно? Отлично. И варианты.
палец в одну сторону, третий палец в другую. Теперь вы комбинируете, просто и так, и сяк, могли это делать, задумывались. Теперь комбинируем второй и третий. Смотрите. Тянем второй сверху. Оп! Длинная фига была. А теперь третий снизу, и снова у нас получается длинная фига. Еще раз. Второй. Вогнули. Третий. Обратно. Второй. Поменяли. Третий. Зацепились ним. Левый. Второй. Вогнули. Третий. Отсекли. Второй. Вогнули. Третий. Отсекли. И две руки. Второй. Воткнули. Третий. Отсекли на разных уровнях. Как всегда. Когда два предмета, третий отсекли. Второй сверху, а третий снизу и отсекли. Скомбинировали второй предмет. И последний вариант. Третий сначала работает, а потом второй, соответственно, вклад меняется по-другому. То есть вот третий сверху, хоп, а вот второй тут уже короткая фига на торец рукоятки. Мы ее уже делаем. Третий, хоп, и второй сюда. Третий, хоп, и второй подтянули. Третий. Короткая фига наиболее неудобная, что, ну, в смысле, сложнее бежать. Не потерять. Поэтому там первый палец перетаскивается. Значит, третий. Поменяли, вот второй. И вот когда мы над двумя пальцами, большой палец, видите, он вот сюда тянется, для того, чтобы потом соскользнуть. И пробуем перехват. Третий. Снизу. Короткая фига. Внутрь. Третий. Воткнули. Короткая фига. И потянули. И воткнули. Вот, собственно говоря, то, что вот горизонтально. Ич, ос, ич, ос, ич, ос, ич, ос, да? Вот сейчас делаем пока эту ось, только одиночку. Ич, ос, 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 ич, теперь, когда у вас все оси проработаны, значит, вы начинаете свободно комбинировать, как хотите. То есть уже идет раз, два, и, раз, два, и, раз, два, и, раз, два. То есть уже при смене рук вы делаете смену цели. Понятно, что это? Сделаем это чуть-чуть медленнее, не обязательно делать то, что я делаю. В любом случае, если у вас одна плоскость задействована, вторая должна быть здесь. То есть лучше, если она будет меняться. Хотя в таких случаях можно и так сделать. Здесь, то есть подтянули, видите, от тела. Если я подрезал, две руки соединяю, это означает, что неизвестно, с какой стороны я могу сделать пам-пам, да? Могу сделать здесь, да? Могу сделать здесь, здесь. Могу сделать здесь, да? То есть это непредсказуемо. Вот. И ваше движение, соответственно, будет определяться к тем, где он, как он стоит, как он защищается и так далее. Как он уходит, да, от удара. Где-то надо будет отсюда. Раз, пах, сюда войти. Раз, пах, с этой руки, ложный перехват. И так далее. Пока что делаем реальные перехваты. То есть ич. Раз, два. Замедляем. Любая траектория. И. Но возвращаться по другой. По другой траектории. Раз, два, и, раз, два, и, раз, два, и, раз, два. Понятно? То есть обычно коле считают, режущий коле считают. Хотя можно два пальца принципиально. Важно, чтобы у вас менялось, постоянно шла перегрузка уровня, менялась цель. Противник никогда не знал, с какой стороны улетит у него оружие. Ясно? Хорошо. Теперь. Начальный стартовый у нас был здесь прямой, да? Здесь сразу же раз, пах, отсюда вошли. Раз, пах, отсюда вошли. Видите? В
Вошли здесь, вошли прямо. Вошли здесь, а здесь вошли так. Понятно? Вот. Вот эти вещи, Саша, это надо уже потихонечку раскручивать, чтобы у вас, чтобы, если противник перед вами, понятно, что вы, вот то, что сейчас я показываю, речь идет, одна важная оговорка. То, чем мы занимаемся, это не фехтование на ножах. Это самозащита от ножа и защита с ножом против сильного, опытного, может быть, невооруженного противника и возможность выйти из окружения, когда толпа выйти из окружения с ножом. Так сказать, интереснее. Здесь вам придется больше работать телом. Больше работать телом. В каком плане? Когда вы идете навстречу руке, она или здесь будет перехватывать. Когда вы идете от тела, вам еще нужно зарубить обратно, опять в центр. Все крутится вот здесь, вокруг вот этого центра. То есть тандем, бедра. Или спереди, или здесь будет перехват. То есть вот вы сделали здесь, вам пошли сюда. Здесь, вам пошли сюда. Здесь, отсюда вошли. Да? Здесь, ведь отрезали, здесь третий. Отсюда. Понятно? Пробуем 4 раза. От себя вперед. От себя вперед. От себя сверху. От себя сверху. От себя кругом бедра. И вот мы здесь. От себя и вот мы здесь. Ясно? Хорошо. Вертикально. От себя. Где будет перехват? Опять же здесь. Можно наверху, можно здесь. Отсекли, можно здесь. Отсекли, можно здесь. Но в основном отсекли и вошли в цель. Раз, раскрыли, загрузили защиту противника. И вот воткнули, отрезали и воткнули сюда. Что же вернируете? Руки пойдут. Еще раз. Сверху. Сверху отсекли, сверху отсекли, сверху опустили, сверху опустили. Еще смотрите, здесь какие моменты. Если вы тянете вверх, здесь у вас руки могут сидеть. Я говорил, помните, перехваты идут в любую точку пространства, но в основном это зона бедер и зона плеч. То есть мы воткнули сверху рука, отсюда обратно. Раз, отсюда возьмем. Видите? То есть вы можете в зоне верхней, то же самое, в зоне верхней выполнять перехват. Но можно в зоне верхней спороли, а потом оп, по кругу. Видите? Оп, по кругу. Раз, вернули вперед. От себя, себе и снова вперед. Понятно? Готовимся. Ич, ус, ни, ус, сам, и вниз, си, и вниз. Диагональ. Ус, ни, ич, ни, ич, ни, ич, ни. Ну и, соответственно, диагональ сверху. Здесь, наверное, идет бедро. Можете использовать ложный перехват. Сверху ложный перехват. Сверху, сверху, от себя, ложный перехват. От себя, ложный перехват. От себя, реальный перехват. Здесь резанули, подсверцем. Здесь резанули, подсверцем. Когда? Порез, 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 порез. Да? Перекладываем, то есть передаем другую. Передали, изменили. Передали. И вот сейчас пока горизонтально. Пич. Ус. Пич. Ус. Сам. Ус. Пич. Ус. Ус. Снизу. Пич. Ус. Передали.
направлении. Each us, me, us, sun, us. Все эти us. Неважно, любые траектории по вот этой схеме. Крест, диагональный крест. Приготовились? Each us, 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 us. Поменяли, воткнули, отрезали. Это как?
сейчас в замедленном темпе просто поиграйте сами с собой. Какая здесь задача? Задача такая, что вы себе задачу не ставили заранее. Вот как у вас тело почувствует, что вы имели в виду, да? Я могу войти, да? Я повел, воткнул, поменял, ударил. Отсек, отсек, воткнул, ударил. Здесь. Когда? Бой с тенью на основе смены вклада. Вот это простейший вклад. Здесь, здесь, здесь. Вот эта вся гимнастика, она здесь не нужна. Простейшая смена, простейшая смена. Простейшая смена, простейшая смена. Когда? Которые мы используем в катах. Мы в катах используем простейшую схему, не вот эти. Они требуют чуть больше времени. Ясно? Вот. И сейчас вот обратно. Если вы делали сюда, сделали. Поменяли направление. То есть каждый раз старайтесь, чтобы у вас была смена направления, траектории, колющих, режущих удар. И, соответственно, делали третий. Раз. Вот видите, я вот закрутила. Отсекли. Ткнули. Отсекли. Воткнули. Откнули здесь, 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 здесь. Вот так? Вот таким вот образом.